Согласны ли вы взять в жены Елену? Согласен. Крики «Горько», первые поцелуи, свидетельство о браке. И вроде все по-настоящему, но без штампа в паспорте. Свадебную церемонию Василий и Елена в шутку называют «генеральной репетицией». Ребята давно вместе, а сегодня, в день семьи, любви и верности, решили связать себя узами брака в молодежном ЗАГСе. Поначалу я была против, я недоверчиво относилась к этой идее, вот, но все-таки он меня уговорил, и мы решили, почему бы и нет. Следующий уже пункт в ЗАГСе. Да. Приглашаем вас. Первая такая шуточная акция состоялась 14 февраля. И по просьбам влюбленных ее решили организовать именно в день Петра и Февронии Муромских. Самарские студенты идею поддержали и даже создали виртуальную очередь из желающих сочетаться браком. Вопрос, а если вдруг кто-то не сойдется характерами, организаторы даже не обсуждают. Я думаю, разводов у нас не будет. Достаточно серьезная статистика и, надеюсь, на долговечные браки. Мы рассчитываем на большое количество молодежи, потому что достаточно бурные дискуссии вызвала данная акция среди социальных сетей, в интернете и, в принципе, у наших друзей. Лучшие фотографии каждой пары будут размещены на официальных ресурсах Самарского дома молодежи. Народное голосование определит 5 пар победителей, которые получат памятные призы. Юлия Черняева, Максим Гусев. События.